Отмечаем мы этот замечательный, особенный праздник, День знаний, посвященный очередному учебному году в нашем замечательном колледже. Одни из вас сегодня сядут за парты впервые, другие в этом учебном году будут дипломированными специалистами. Но для всех, для вас наступает удивительная пора новых открытий, впечатлений и знаний. Год для нас с вами очень будет напряженный и тяжелый. Я хочу вам сказать, чтобы вы все знали, да вы уже знаете, что нас объединили, присоединили к нам, к нашему колледжу, политехнический техникум. Уважаемые красавицы, а вы самые красивые у нас. У нас женихов теперь будет почти 400 человек. Так что, мальчики наши, студенты, вы уж ведите себя достойно, чтобы вы были тоже у нас самыми лучшими, потому что вы действительно у нас всегда самые лучшие. Много хороших дел на счету наших студентов. Это международные конкурсы, областные, победа в спартакиаде, которая дала нам право называться лучшим учебным заведением, где стоит на первом месте физическая культура. Я думаю, что вы, выбирая профессию колледжа, осознанно пришли к нам обучаться, потому что всегда самое главное, когда у вас есть рабочая профессия, и когда вы можете всегда говорить, что мне не страшно, я пойду работать туда, чему меня научили. С поступлением поздравляем. Выбор ваш мы одобряем. Мы запомним этот день. Это первая ступень на подъеме к мастерству, что укрепит жизнь твою. Чтобы профессией владеть, в этой сфере преуспеть, надо очень постараться и с душой за дело взяться. Мы очень рады, что вы выбрали наше учебное заведение. Мы считаем, что те знания, которые вы получите теоретически, вы с успехом воплотите на производственном обучении. Всюду вместе, не разлить водой. Ой, мальчик с пальчик, девочка с мизинчик. Взрослый позавидует дружбе и большой. Взрослый позавидует дружбе и большой. Карапузы вместе, солнышко смеется. Поздравляем! Пили, не ленитесь, на одни пятерки добровольно учитесь. Добросовестно учитесь! Мы не могли бы учить это слово никак! Бурлит времени течения, и нет ему ни края, ни конца. Пускай день знаний, наши поздравления согреют ваши души и сердца. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб включить тебе солнце или звезды. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Внимание! Как кто пойдет? А мы аплодируем! А мы приветствуем!